Привет, ребят! Мне много задают вопросов. Как выйти на сухие дни? Почему не получается? Что я делаю не то? Что я делаю не так? И знаете, мы, наверное, на этом марафоне с вами пойдем немножечко глубже. Мы пойдем во внутриутробное состояние, когда человек, ребенок, он в своей жизни слышит только 4 звука. И воспринимает их не ушами, а всем своим телом, вибрациями. Первый звук – это сердцебиение матери. Второй звук – это ее голос. Третий звук – это ее дыхание. И четвертый звук – это пищеварительная система. ЖКТ, звук ЖКТ. И очень часто мы не можем на подсознательном, на глубинном подсознательном уровне, когда мы только формировались, мы не можем жить без этого звука ЖКТ. Именно поэтому очень многие не могут выйти в другие состояния, вне еды. И если тебе интересна эта глубина, то, конечно, присоединяйся к марафону «Касание вечности», который стартуем мы 28 февраля. Ребят, я вас всех жду!